tomaron clase en un grupo. Я бы сказала, что если они в группе в какой-то брали уроки. Lo ideal es que traten de moverse en grupo. То пусть они со своей группы тогда приходят. Para poder generar una cosa social. Пусть приходят со своей группой, чтобы какую-то социальность себе создать. Cuando una mujer va especialmente a mirar un hombre así, когда женщина hablar, вот так es probable que no vaya. Скорее всего, танцевать она не будет. Porque los hombres son sensibles. Потому что мужчины, они чувствительные. Как правило, они из таких ситуаций убегают. Yo creo que hay que moverse en grupo. Я думаю, что надо как-то в группе приходить, двигаться в группе. Y creo que también tiene que ver mucho con los maestros que generen un poco más de comunidad en la comunidad. И это также связано с маэстро, ну, с преподавателями, которые создают вот это вот сообщество танцев. Creo que es importante. Я думаю, что это важно. Porque si uno en la clase ya enseña que todos tienen derecho a bailar con todos. Потому что если на уроке преподают, что все имеют право танцевать. No se genera esta cosa tan hombre, mujer. Что все совсем танцуют, тогда вот не начинается вот это вот, что типа. Это зависит от того, как преподают. Donde no hay permiso para la discriminación. Где нет